Любите книгу. Источник знаний, сказал классик русской литературы. В каждой настоящей книге создан целый мир мыслей и чувств. А библиотека – это маленькая вселенная, где каждый найдет себе книгу по душе. Лучший же проводник в безбрежном книжном море – это, конечно, библиотекарь. Лучшие представители библиотечного отдела были приглашены на торжественный прием к главе Славянского района. Это образованные, начитанные, с большим жизненным опытом люди, владеющие самыми современными информационными технологиями. Именно они сохраняют настоящие очаги культуры и популяризируют хорошие книги. Роман Синеговский подчеркнул, что районные власти стараются улучшать материально-техническую базу библиотек. Он сердечно поздравил собравшихся с профессиональным праздником, который отмечается 27 мая. Вы начитанные, вы знаете, значит, все книги, и даже, наверное, больше, совершенствуетесь, работаете, значит, популяризируете чтение и изучение литературы. Я считаю, это все очень важно, и хочу вам сказать спасибо за ваш труд, пожелать вам крепкого-крепкого здоровья всем, мира, добра, любви, радости. К поздравлениям присоединился председатель Совета Славянского района Григорий Литовко, который отметил такие качества библиотекарей, как преданность профессии и любовь к книгам. Затем прозвучал рассказ о каждой из приглашенных. Это специалисты с большой буквы, знающие и душевные люди. Библиотекари сохраняют достояние нации, плоды человеческого гения, сконцентрированные в книжных изданиях. За многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие библиотечной культуры, формирование интереса к книге у жителей Славянского района, библиотекари были награждены благодарственными письмами и ценными подарками. Записалась в детскую библиотеку, в 3 года с родителями пришла, а потом в 5-6 лет сама уже ходила в библиотеку. Запой мечтала книги, просто не могла раньше без них и дня прожить, и нескольких часов. Вот, поэтому и решила и посвятить себя этому делу. Я 33 года проработала в библиотеке, и приятно, конечно, что заботятся о нас, что задают вопросы, спрашивают, что еще можно сделать для библиотеки, то есть заботятся о развитии культуры. Меня особенно радует, что у меня перемены, каждую перемену всегда очень много детей из начальной школы, у меня просто толпы народа стоят, и все приходят, кто-то книги просто смотрит в журналах, кто-то берет домой читать. Но мне всегда очень много детей приходят. В ходе приема прозвучала такая мысль. Библиотеки были и будут в будущем. Их ничто не сможет заменить. С этим трудно не согласиться. Андрей Вишневский, Александр Косицын. Программа «События».